Региональное управление МЧС провело необычный флешмоб, посвященный юбилею ведомства. На стадионе «Динамо» около 100 учеников колледжа имени Гагарина составили живую надпись «Мы любим МЧС». После этого слово «мы» трансформировалось в цифру 25. Именно столько в этом году исполняется ведомству. К юбилею флешмоб и приурочили. Но у него еще одна цель – пропаганда здорового образа жизни. Я считаю, толк будет обязательно с каждого мероприятия. Ну, всегда есть какой-то толк. Пусть кто-то придет к нам работать, здоровый человек. Да вообще все как бы дети, люди в стране у нас должны быть здоровы. Это обязательно кого-то толкнет чем-то начать заняться, кого-то подтолкнет как бы бросить курить. И так что это, я думаю, толк будет обязательно.